большая часть читателей, которые приходят на встречи, это женщины от 35 до 85 лет. То есть женщины, которые решили свои гендерные, половые, демографические проблемы, и у них растут дети или внуки, и они начинают пытаться выяснить для себя, в какой стране, ну, то есть со страной все понятно, но какой будет та страна, в которой они будут жить. И женщины, как правило, выбирают вещи сугубо традиционные, нормальные, человеческие, и ищут тех людей, которые их формулируют, произносят и им соответствуют. Я думаю, что какая-то часть их мужей или детей тоже читает мои книжки, но они, как правило, не ходят на встречи, потому что мужикам западло ходить на встречи с писателем. Поэтому основной портрет – это русская женщина.